Со святыни к архитектурному шедевру прошли белорусские паломники. В Туровской епархии состоялся ежегодный крестный ход. Участники проследовали по маршруту Мозырь Юровичи с чудотворной иконой Божьей Матери Юровической Милосердной. Ей поклоняются уже 500 лет. За этот час икона Мати Божьей Юровицкой была и семейным набытком магнатского рода, и головной святыней мясцового ордена иезуитов. Але весь час образ являлся заступником для полесских верников. Хрестные ходы до выявы Божьей Мати ладились сдавна. И не только из наиближайшей округи. И шли за сотни километров. Из Чернигова, из Киева. Из Беларуси, из Минска оттуда вошли все, с Бобруйска, с Гомеля, с этих вот больших таких населенных пунктов на то время приходили крестные хода именно поклониться чудотворной Юровицкой иконе. И есть свидетельство, что некоторые паломники шли по полгода с Киева не пеши, а на коленях. Так атрымалася, что оригинальная выява Мати Божьей Юровицкой покинула стены мясцового храма. И зараз заховывается у Кракове. Теперешняя икона – это список с ранейшей. Вернувся ее на белорусских верников только 5 лет тому. Отповедные истории сучасных хрестных ходов – только 5 лет. Не тяжело, Матерь Божия укрепляет. Благодать от Матери Божией. Вот я совсем и палку забыла даже. Инвалид второй группы, а мне силы такие улились, что я готова идти до Юровиц. Боже, Боженька, Матерь Божия помогает, силочки дает. У гэты день я не забываю про свои проблемы и хворобы. Не глядячи на узрост, проходят километры на одном дыхании. Пешу от Мозыра до Юровичаў. Для паломников гэты шлях не просто махчимость оказать повагу христианской святыни, а худший способ выпробовать свою веру. В образ Мати Божьей Юровицкой обовязково называют милосердным. На все Полесье эта икона прославилась своей чудодейной силой. Первые сведения об судах датуются еще 17-м стагоддем. А у середине 18-го у типографии князя Радзивиллов выходит целая книга сведения. На тот момент икона принадлежала или находилась у ордена иезуитов. И иезуиты были бы не иезуитами, если бы чудеса, которые происходили, они бы не фиксировали нотариально. В том и особенность, если так можно выразиться, что те чудеса, которые происходили, они их не фиксировали до того момента, пока это не будет подтверждено нотариусом. Одразу после закончения хрестного хода икона вернулась в собор на рождение Богородицы у Юровичах, який на протягу опошних 200 лет был ее домом, и який зараз узнимается с руин. Виталь Краснобаев, Александр Мурашкин, Первый канал, Мазыр, Юровичи.